Президент Беларуси на встрече с секретарем Совета Безопасности при президенте Узбекистана подтвердил приверженность договоренностям о развитии сотрудничества. Минск и Ташкент за 2 года прошли путь, который прежде не удалось преодолеть за 2 десятилетия. При этом совместная повестка в тренде прекрасных отношений официального Ташкента как с Востоком, так и с Западом. В разговоре с Виктором Махмудовым Александр Лукашенко подчеркнул, что новое качество сотрудничества опирается на соглашение, достигнутое на уровне лидеров 2 стран в рамках недавнего официального визита в Узбекистан. Визит секретаря Совбеза Узбекистана призван наполнить реальным содержанием большой блок военно-технического сотрудничества. Сумма заявленных инвестиций резидентов Великого Камня по оценкам его администрации превышает $1 млрд. Сейчас в индустриальном парке 38 резидентов, освоено около 350 гектаров, с десяток проектов в стадии активного строительства. Один из показательных отраслеобразующих – производство тонкопленочных солнечных панелей. Фактически в Беларуси может появиться отрасль, которая за собой в качестве синергетического эффекта потянет другие производства. В рамках Всемирного инвестфорума конференции ООН по торговле и развитию в Женеве сегодня проходит интерактивная сессия управленцев и делового сообщества. С участием белорусской делегации обсуждается совершенствование инвестиционного климата. Также сегодня состоятся мини-форум и презентация Беларуси для швейцарских компаний.